Церемония открытия новой экспозиции «Юрий Копылов. Мастерская режиссера», которая создана в Ульяновском драмтеатре, приняли участие мастера сцены и молодые актеры. Они с большим интересом ходили по выставке, вглядывались в лица на черно-белых фотографиях и с благодарностью вспоминали об этом замечательном режиссере. Владимир Кустарников до сих пор хорошо помнит, как его поздравляло все Саратовское театральное училище, которое он окончил, когда Юрий Семенович пригласил его в Ульяновский драмтеатр. Человек, который вырастил меня как актер. Он меня пригласил в этот театр. Он работал со мной. Он сделал из меня то, что я сейчас из себя представляю. Хорошо или плохо ли, это не мне судить, но я надеюсь, что хорошо. Потому что он действительно, он растил труппу, и не только от меня одного. Это человек, которого, ну, можно по праву сказать, создатель театра. Он пришел, конечно, в готовый театр, в котором много-много лет, у которого свои традиции. Но он привнес что-то такое новое и необычное для окружающих. Юлия Ильина, как и многие актеры театра младшего поколения, сначала училась у профессора Копылова, а потом он пригласил ее работать в театр. Актриса считает Юрия Семеновича своим творческим отцом. И он и ругал, он и помогал, он подсказывал, он же воспитывал. Такой внутренний стержень, такой личностный, человеческий. Были для меня лично тогда был момент того, когда я училась, когда я только пришла в театр. Момент вот этого восстановления, он для меня был очень даже таким жестким. Но в этом, в этой жесткости есть такая мощь и внутренняя сила, которую он взращивал в нас. Выставка прежде всего реконструирует рабочий кабинет Юрия Семеновича. По центру стоит стол, на котором разложен сценарий спектакля, где сделаны пометки рукой режиссера. В экспозиции представлены макеты декораций к таким спектаклям, как «Ночная мистерия» или «Шлюки Яо», «Ужасные родители», «Монархи». И, конечно, здесь есть много фотографий Юрия Семеновича за работой, среди коллег и в кругу семьи. Перед глазами проходит целая жизнь удивительного творческого человека. Ирина Антонова, новости Ульяновска. Правды.